Те, кто говорит, что наши солдаты преступники, им не место в нашей стране вообще. Не место здесь. Ты понимаешь, ну, одно дело критиковать, когда войны нет. Да мне самому, знаешь, сколько не нравится здесь. Везде, и в правительстве, и там, кажется, ты лучше бы сделал. Или там коррупция и так далее. Но, ребята, сейчас идет война, и если вы против наших ребят, против того, что происходит, значит, тогда вы думаете, они придут, вас будут щадить? Здесь война не для того, чтобы у нас были друзья здесь, и мы били Баварское. Здесь война для того, чтобы нас уничтожить и завладеть нашей пшеницей, нашими ресурсами, нефтью, газом, золотом, никелем. И очистить поляну. Они же не по войскам стреляют, и по войскам тоже, естественно. Они стреляют по мирным, они зачищают территорию. По Донецку, по мирным, по Луганску. Поэтому, что, как я могу к этим артистам относиться? Это не мои люди, нам не попадают.